главный тренер футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штернбехер. Эдуард Гиндрихович, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Ну, на наш взгляд, достаточно равная игра. Равная игра, в которой, когда играют два примерно равных соперника, создается недостаточное количество голевых моментов, но тем не менее были подходы и у нас, и у Арсенала. И в таких матчах решает и определяет исход матча реализация и минимизация, скажем так, моментов и ошибок у своих ворот. То есть надо как можно меньше позволять сопернику давать шансы какие-то у своих ворот. Ну вот, как и получилось, по итогу матча две ключевые ошибки превратились в голы, после чего мы попытались заменами освежить игру. В атаке, прежде всего, несмотря на то, что мы поменяли трех защитников, прицел был все-таки вперед, поменяли схему, перешли на три нападающих в атаке. Отчасти нам это удалось сделать, чуть активнее сыграть на флангах, но реализовать голы не получилось. Но, тем не менее, благодарность ребятам за то, что отпахали этот матч. К сожалению, с неудовлетворительным результатом получилось все, но тем не менее. Им благодарность за ту работу, которую они проделали. Хотелось бы, наверное, не то чтобы извиниться, извиняться не за что. Игра и самоотдача, как и во всех предыдущих матчах, были на нужном уровне. Просто, наверное, неприятно заканчивать осеннюю часть поражением домашнего матча. У нас остается еще один матч на выезде. Жалко, что перед своими болельщиками мы уходим с поражением. Вот такой итог. Спасибо. Все? Да. Спасибо.